Махаси. Эмиль. А, ты уже снимаешь, что ли? Да. Привет. Привет, да так, корпус смотрю, сижу в интернете. Какой корпус? Ну, для компа. Ты нас а глянь на меня-то хоть. Чего ну, это ну, чё? Хоть поздоровка, ну, всех тогда... с наступающим, Всех скажи. с наступающим, я Новый год не отмечаю. Эмиль Новый год не отмечает. Он говорит, я старый Новый год отмечаю. Да, Рождество, а потом только старый Новый год. Так уж мы там картошечкой да котлеточкой сделаем. Потому Да, что оливье, дай тут бог. самый пост, и мы Да. нас может что-нибудь осудит, конечно. Хоть мы и елочку наряжались, мы чисто просто так. Прикол. Прикол, да. А так мы Новый год, мы не отмечаем его. Мы отмечаем Рождество и Старый Новый год. Ну, как положено было раньше. Уж такие мы. Все А нас чё сайт сломан? осудят, наверное. Но всех остальных все равно я поздравляю, и все отмечают, и мы, может, даже немножечко там что-нибудь приготовим, тоже посидим. Ну, просто так, как алкоголь мы вообще никогда не употребляем, никакой. Ой, ну так, я устала, я пришла, у нас взяли сегодня казанскую, ну, мы опять купили точно так же на 100 рублей кошкам жидкий сухой корм, всех покормили. А, сыр опять купил, колбасу, ну и так там, так. Что-то масло сливочное. Ух, какой, глянь, красивый. Сейчас. 1180 рублей от АТХ Аккорд с подсветкой. Снимаете, Эмиль, я не стронула? Нет, не стронула, снимает. Че? Про... А ты как снимал-то? Супер приближение? Ой, а я не знаю, я тебя не запорола видео-то. Хазаван, просмотрим. А корпуса А то, может, там один нос мой был видно. Там его похвал. Вот, сейчас. Грузинский нос. Смотри. А, корпуса АТХ Аккорд. Короче, 1180 рублей. У нас мичуринский. Короче, красивый. Может быть, буду откладывать. Там с подсветочкой. Так, пойду в свой этот. Кстати, этот корпус у меня еще не самый гигантский. Да, кого ты так спускается? Мне сердце ёкнувшее. Все там жалуются. Чего? Что я тебе разговаривать не разрешаю. Ну разговаривай, что ты хотел сказать. Я все уже сказал. Все уже рассказал? Ну вот. Да игру еще сегодня пытался остановить. У меня, короче, DLL ошибка вылазит. Вот починил ее только что. Нос твой один видно. Глянь, лицо-то подымай. Не пон нос. Я же убрал увеличение, приближение убрал. Нет, ну ты как... А, нет. Ах ты обманщица. У меня сайт DNS сломался, у меня все на каких-то этих языках программиста. Ой, так. А, корпуса. Ну, чё же? Чё мы там ищем? Корпуса. Делаем. А, ну рамку я покупал за 300 рублей сегодня. Это. Че это было? И вот такую вот рамочку я купила. За 300 рублей. Правда. Нету рам, и уже, как говорится, нас уже гнать скоро будут в шею, да, Эмиль? Нам все говорят уже, о, нету рам, уже не знаю, что для вас искать. Это что за морзы? Мы все рамы скупили в городе. Это семи... Колонка какую-то морзу выдает. Ну-ка. Семистрельная. Тихо, Эмиль. Семистрельные иконы Божьей Матери. Как жаль, что не передается ни цвета, ничего. Мне прям так бы хотелось, чтобы все прям... Потому что вот где желтый, там ярко-ярко желтый. И здесь такой прям... А, сиреневый такой красивый цвет. Такие цвета прям. Жаль, что мой старинненький планшетик не передает так. А это вот я только отработала, вот только что казанскую делала. Я подставила пока к другой рамке, чтобы показать. Сейчас покажу. Сейчас. Ой, никак не могу. Вот такую. Это я сейчас только сделала прям.
Тоже особо цвета не передаются. У меня колонки морзу какой-то передают. Прям только от... Я вот только встала вот. Я пришла, я вчера искупалась, я даже волос не причесала. На ночь легла, в пучок свернул. И сейчас я даже волос не причесала. Сейчас хоть волос расчешу, покушаю, лягу, отдохну. Прям вот только отработала. Но работа, мне кажется, пишите в комментариях, работа хоть на славу получилась Божью. Хоть хорошая работа. Ну вот. ХЗ, кажется, это и есть корпус тот, он пластиковый, и там металл, фольга просто, там его одним пальцем можно без усилий согнуть. Казанская икона Божьей Матери. Так, Альчик, а это семистрельный. Венер. Венер. Едет. Так. Это я вчера делала семистрельный. Вот, все сохранили значение. Так. Короче, у меня колонки какие-то звуки морзе передает. Я не видно, чернышуль, они твои глаза. Мам, чё? Мне Титаник звук морзе на колонке передает. У меня звуки морзе реально в колонке. Когда вот на максимум врубишь, какие звуки морзе. Ты вот можешь послушать. Подойди, послушай. Что такое? Звуки морзе. Ядри, звуки морзе какие-то реально. Оброс опять. Стричься пока не будешь. А, спасибо, 4 месяца волосы не росли. Да? Я больше не пойду к этой женщине. У кого-то была тяжелая рука. Ага, больше не пойду к этой женщине стричься. Ну нафиг. Реально. Вот, повесил сюда. Вернее, установил. Ну, нет, повесил. Установила. Нет, это не икона, а, это фотография. Я потом не понял. Повесил. Я не понял, это повесил. Сюда фотки. Хорошо, не повесил. Фотки в рамочке. Так, прячем цибулю. Эх. Чё? Вовремя прятать цибулю. Да никто не заметил, там вроде не сливатый. Хазак прав. А это я картину сделал в рамочку. По-моему, хорошо смотрится. Так. Блин, как же много дополнений в GTA 4 есть. Реально, 20 гигов. Когда сама игра 15-200, 20 гигов еще дополнение. Хотя это две отдельные игры, как бы только. Вот, сделал картину. О. Буду зиво. Чернышевский. Путь. Он сегодня... Я сел вот сюда. Это. И он мне вот так вот сел, клубочком свернулся. Врел мне. Грыжа. Мне грыжа лечил. Ну рыкать и лечит мне грыжа. Он их мял вообще мне вот так, как тебе реально. Он мял мне их вообще. Надеюсь, сейчас ладно, установится. Ладно, ты побольше давай ложись отдыхать, а то я ты знаю. Сидишь, что-то напряжение. Сейчас, вот 6%, если ошибка не вылезет на 6%, все, значит, все устанавливается, я починил ошибку. Так, полчаса отдыха, Эмиль. Я знаю, а ты глянь на время, сколько игра будет устанавливаться, 55 минут. Слава богу, быстро отдыхать. Давай, тут не указывай. А кто тебя еще? Так, кто-то мне там бутерброд обещал. Бутерброд я сделал, иди. А, сделал уже? Да. Не понял, надо белый хлебушек. Какой белый? Черный. Ой, это ржаной или какой-то. Так, а это что? Навела ко мне быстро. Навела ко чай в кастрюлю. Чайничек. Чайника нет, мы в кастрюле. А это тут сейчас... Я пока сидел... Оценим колбасу. Ну и как? Дешевые. От 0 до 10. Средней цены, вернее. Минус 10. Не дешевая, не дорогая. Минус 10. Вчера я макароны готовила вкусные, с сыром, с тушенкой сделала, короче. Ой, вот с этой вот, как это называется, томат-паста я сделала, эти макароны. Еще тут капелька даже осталась. Это остаток. Просто... А, кстати, что, я увидел, что эти колонки... С томат-пастой, тушенку банку, а потом еще Эмиль наложил и потерл сверху сыр, он сказал, что ничего вкуснее не ел.
И сегодня еще одну такую же порцию ел. А это мама наварила, короче, косточки, обделала их и сделала пшенный суп, пока я работала, мне некогда было. Целую большую кастрюлю пшеный, обычный супчик. Зелени нет, кинуть. Ну и ладно. Это от косточек, кстати. Да ничего, он нормальный, вкусный. Хлебать горяченького, а то полезно горячего тоже. Так. Ну все, такие вот дела. Сейчас хоть волосы расчешу, то я вчера искупался, даже волосы не расчесал. Сейчас буду волосы расчесывать, кушать. Кудрявые. Вот такие вот дела. Ой, ну все. Всех с наступающим. Мы тоже хоть пару каких-нибудь салатиков сделаем, да стол приберем. Так хоть чисто посидим немножечко. Ну и так что-нибудь поглядим, там отдохнем, посмотрим. Вот. Ну все. Всем пока. Всем хорошего настроения, здоровья, всего хорошего, как всегда. Желаю от души.